Да. Итак, Мазилов, сегодня... Статичко жаться начало, чего такое? Ты сегодня примешь участие в скам-шоу. В этом шоу можно выиграть деньги, а можно и уйти ни с чем. Всего 7 раундов. Каждый раунд денежная сумма. Все раунды отличаются. Также есть 8-й раунд, раунд-вывод. Я расскажу о нем чуть позже. На все шоу у тебя 1000 секунд. Либо 1000 ударов, мы их называем. Первый раунд ты проходишь в любом случае, потому что там всего 7 вопросов. В остальных раундах, если ты будешь отвечать неправильно, твое время может дойти до нуля, и ты проиграешь. Каждый неправильный ответ минус 25 секунд. Поэтому в твоем случае, ну и как в случае любых других игроков, лучше, может быть, подумать секунд 5-10 и дать правильный ответ, чем ошибаться. Ну, я могу прямо сейчас 200 рублей вывести? Нет, можешь, но... ведущие будут расстроены этим. Давай следующего. Да, да, да. Соответственно, мы начинаем с первого раунда. Как только твое количество ударов будет близко к 200 секундам, возможно, ты задумаешься о выводе, потому что вывод — это отдельный раунд. И чтобы вывести, на это тоже нужно время. Вот. Но если ты любишь рисковать, можешь оставить себе и 100 секунд на вывод. Как? Слушай, а вопрос сразу можно? А много людей доходили до конца вообще? До конца доходили много. Ага. Но уводили единицы. Заткнись. Понятно, блядь. Всю схему скама там что спалили. Итак, ты готов? Ну давай, да, поехали. Поехали. Чего ждать? Я согласен. Чего ждать, если можно начать зарабатывать прямо сейчас? Блядь, тебе бы этот в Crazy Time рулетку эту крутить нахуй. Поехали. Итак, первый раунд. Бля, ну перед каждым раундом, соответственно, мы озвучиваем правила раунда. Let's do some раунд money. Называется «Контраст». Фильм, в котором играли в квиддич, это «Гарри Поттер» или «Властелин колец». «Гарри Поттер». Здесь тебе не нужно отвечать, но молодец, начал с правильного ответа. Схуяли не нужно. Здесь суть раунда. Меняется вопрос, ответы всегда остаются теми же. Куда, блядь? Твоя задача просто давать правильные ответы. После того, как я подумал, уже сняли, блядь, я уже охуел. Нет, нет, все, сейчас это были правила раунда. Итак, первый раунд. Моя задача спросить, готов ли ты? Я готов, давай. Поехали. Let's build some buildings! Пусть эта игра для тебя будет так же, как составить какой-то текст для рыбчинки. Понял. Начисляем тебе 1000 секунд. Ебать, баланс пополняется нереально баланс быстро. Баланс пополняется, как будто бонуска выпала. Удваивать будешь? Бля, может добавить раунд удваивания, чтобы 2000 секунд было? Ну там пиздец какое-то задание должно быть. Не, там просто один вопрос, 50-50. Либо ты въебал сразу, либо ты выиграл. Да. Бля, что-то срать захотелось, пиздец, что такое очковое шоу, бля? Тише Мазелова, сейчас сделаем. Передай губка Бобу. Передай губки Бобу, у меня есть кот, но у нее нет еды, чтобы его покормить, я могу отправить коту Илье, чтобы... Блядь, точка, я не знаю, что это, но это хуйня, звучит как хуйня. Че, блядь? Так, все, поехали. Let's go. Поехали. Ебать. Больше подписчиков в Инстаграме. Лионель Месси, Криштиану Роналду. Криштиану Роналду пусть будет. Верно. Текущая трансферная стоимость больше. Лионель Месси, Криштиану Роналду. Криштиану Роналду пусть будет. Неверно. Блядь. Обладает большим количеством золотых мячей. Лионель Месси. Верно. Старше по возрасту Месси, Роналду. Месси. Неверно. Блядь. Этот футболист чаще выиграл Лигу Чемпионов. Лионель Месси, Криштиану Роналду. Да я ебу, что ли? Ну, Месси, блядь. Неверно. Да, блядь, был амбассадором KFC Лионель Месси. Да что за вопросы ебланские нахуй? Блять, ну Месси пускай будет. Неверно. Да ёб блядь, у этого футболиста больше детей, Лионель Месси. У Месси, у Месси больше. Неверно. Да блядь, это ты долбай. Ебай в рот ваш футбол конченый, блять. Это просто вопросы для ебладов нахуй. Футболисты, блядь. Блять. Месси вообще нихуя не сделал, долбоёб, какого хуя он один. Тебе нужно в ВБС-ке, слышишь, выключить микрофон в ВБС-ниндзя, у тебя, по-моему, там двоится, я только разве? Сейчас понял. Да, по-моему, двоится. Сейчас гляну. Смотри. Ебать заскамили в самом начале, нахуй. Блядь, шоу ебанутое, почему футбол-то, блядь? Так это изи футбол, это же самые медийные футболисты. Я не смотрю футбол, да и нормальные люди не смотрят но футбол. Тем не менее, на самом деле, ты молодец, 863 удара. 863 же, да, удара? Блядь. Ты как будто попросил меня вложиться в какие-то акции. Да, прибавилось. Это было 838, по-моему, да? И сколько было? 838 ударов у тебя остается. На самом деле ты потратил всего там чуть больше 150 ударов. Если так будешь идти, ты дойдешь почти до последнего раунда. Вот. Ладно, давай. Молодец, молодец. Но старайся ошибаться меньше. Ты волнуешься сейчас, скажи?
Есть какой-то? Нет, я просто, ну, блядь, там категория, которую я вообще не ебу. Я там. Сейчас я уже будет... просто подумал, что хоть куда-то попаду. Сейчас будет категория тебе намного ближе. Ты готов? Да, надеюсь, это бейсбол. Поехали. Второй раунд. Правила второго раунда. Декодер. Дана какая-то тема и 5 слов. Неважно, в каком порядке, ты должен составить эти слова правильно. То есть буквы перемешаны, и из перемешанных букв тебе нужно сделать слово. Соответственно, в этом раунде есть подсказка, которая может помочь тебе сузить категорию слов, о которых идет речь. Подсказка стоит 25 ударов. Соответственно, понял. Раунд простой, просто наблюдательность, наверное, здесь важна. Все слова эти ты прекрасно знаешь, тебе не будет сложно. На наблюдательность. Раунд. Поехали. Звучит прикольно. Let's build some buildings. Let's build some buildings. Let's fuck some fuckings. Поехали, 838 ударов. Трахни Дэнни, за что Дэнни трахать, алло? Слушай, Дима, давай по-честному, а были те, кто хуже, чем я, блядь, на первый раунд? Да, были. Тут нету такого, что первый раунд хуже. Первый раунд очень легкий, да? Тут, нет. Я тебе скажу так, было очень мало тех, кто выводил деньги, поэтому тут поэтому надо следить. В конце поймем. Ну, ладно, я понял. В конце поймем. Итак, 838 ударов начислено, поехали, второй раунд. Угу. Че, Вадя сказал меня трахнуть? Что? Я не понимаю. Поехали. Трахни Дэнни. Итак, декодер. Категория одежда. А да, надо по порядку обязательно? Как хочешь. Цифру и слово говори. Кто орёт, блядь? Не знаю. Три пола. Верно. Пятое пончо. Верно. Мяу. Блядь. А, второе бомбер. Верно. Первое пиджак. Верно. А вот с четвертым надо будет подумать. Какой-то это тяжелое коп, слово. Это тяжелое слово. Ты возможно... Это аркана, блядь. В смысле, это легкое наоборот. Да, но я этого слова не знал. А я могу как-то тут подсказка? Это я же да, ты можешь взять подсказку. Давайте подсказку. Звони мне, Мазилов. Звони мне. Берем подсказку. Подсказку? Так ты же уже... 25 ударов. А звонок другу есть? Это верхняя одежда. Да вы чё, нахуя мне это нужно? Это у меня слово составят, блядь! Нет, ёбаный это... скам, я же говорил, что категорию... Верхняя одежда, блядь! О, ну... Давайте я подскажу, знаю, первая буква такое, А. Вторая буква Н. Всё, больше анорак, не подсказ. Анорак, ебать! Блядь, он знал это слово? Это я знал это слово, но я даже не подумал о нем. Это честно. Же хуйня с я капюшоном, просто думал, да? Что он не знал это. Я не знал это слово, здорово, сейчас. Здорово, здорово, карманом, всем, привет всем! Здорово, Санек. Здорово. Так, нормально, блядь, ну не подсказывайте блядь. Больше. Так я думал, просто он не знает этого слова, он будет долго, а он знает его. Все, я теперь знаю, что Мазилов знает. Никто даже не заметил, что я вылетел, да, только что до минуты? Дискорд лег, блядь. Итак, Мазелов, у тебя 740... Мазелов, пиздец, проблемы, у тебя 741 удар. Еще впереди 6 раундов. Ты идешь очень хорошо. Благаю вывести. 741! Мазелов! Мазелов! Но теперь каждая подсказка... Мазелов! Каждая подсказка... Мазелов, давай, единственное из 89-го, ебашь меня. Каждая подсказка будет отнимать 25 ударов. Помпоны есть? Спасибо за подписку в фазе. Смотри, я могу вот так сделать, смотри. А что за тампоны? А что вообще происходит, блядь? Я понять не могу. Так, все, мы идем на третий раунд. Ребят, давайте дисциплинированно идем на третий раунд. Все, максимально дисциплинированно. А меня слышно вообще? Да. Я просто, ну я понял, да, вы меня игнорите специально. Все, третий раунд. Раунд пазл. Представлена звезда, медийная личность крупная. Звезда, нихуя ты, блядь, крутой. Ебать. Ее разбирают. И тебе нужно будет правильно составить пазл. Смотри, есть момент. Фрагменты пазла растянуты и искажены неправильные. И там прям детали нужно смотреть, чтобы там кончик рта совпадал или я глаз. Понял, да, я поэтому понял. Постарайся не ошибаться. Если здесь. Я ошибаюсь, то с меня минус 25 баланса. Подожди, правильно? Да. А у меня. Я тоже мне такая хуйня предстоит. Нет, да. У тебя будут другие задания. Окей, я понял. Пиздец. Ну, вот у тебя будут другие задания. Тут никаких на этом этапе нет, правильно, типа? Здесь подсказок нет, потому что здесь главное тебе собрать вовремя пазл, да? Ну, я не понял, вовремя, а очко сколько, полное. Как ну, соберешь, давай, ладно, так соберешь. Поехали. Представленная звезда сегодня у нас. Внимание. Да, забыл. У начислим сегодня... сейчас 740 ударов. Это еще сверху? Так, ребят, все, без подсказок в Дискорде, пожалуйста, чтобы, да, чтобы максимально... Да, Саня, не выкрикивай нихуя, тут ты сбиваешь, пиздец. Все, все, ну, хорошо. И так нервы я ебал, блядь. Да не переживай. Все, ребят, ДС никто не спамит, все норм. Так. Тоже спрятан.
741 удар есть. Ты готов? Конечно, я поехали. Ага. Два. Один. Let's go. О, это Пчелкин! Алексей! Разбираем да, Алексея. Почему деньги-то идут? Ебать, скам. Левый верх. Так, с... Ёбаный свет, блядь. А чё картинки перевернуты, нихуя непонятно. А, вот так вот. Так, ну левый верх это вообще... Это пятая, да? Вроде. Ну, вроде верно! Да, право. Правая, там у него один глаз и кусочек носа. Это девятая вроде, но непонятно. Ой, шестой, это шестой, блядь, шестой вроде. Шестой? Ну да, шестой. Да, да, вроде, да. Неверно. А где его лицо, точнее, вообще? Пусть будет десятая тогда, я хуй знает. Верно. Оно. Лево. Кусок подбородка. Блядь, это я не могу, восьмой это вообще что? Ну пусть восьмой будет, блядь. Неверно. Да что это вообще тогда что это за кусок? Вот второе тогда, похуй. Верно. Ебошь. А снизу это вообще что? Я ебу, что ли? Блять. Нет, это вообще пиздец. Вы сами понимаете, вообще, что мне приготовили, блять. Слева джинсовка должна быть. Ну как и справа. Я понимаю. Ну, пиздец, как это? Ну, блять, пускай будет седьмое. Ты можешь... Ложь, вот, верно, и последний. Последнее. Двенадцатый, не? Ебо, верно, вот и все, изи для тебя. Смотри, как ты хорошо, блядь, идешь. Алексея Пчелкина собрать это пиздец. Особенно то, что у него куртка выглядит как... Не, как бы она хорошая, но это пиздец. У тебя 3 раунда, 610 ударов. Это офигеть. 400 ударов на 3 раунда ты потратил. Это очень мало. Six ten. Ебать, ты сейчас бабок можешь залутать. Так а сколько я уже залутал-то? Уже залутал, сейчас скажу. По-моему, 1000 рублей, да, если не ошибаюсь? Сейчас посмотрим. Так, мне ничего. Да, уже косарь, сейчас уже X2 идет. Сейчас 2000 будет. Скажи честно, Диман, а можно заранее узнать 4-й раунд, какая тема там? Да, можно. А что там? Давай узнаем. Легко. Не, подожди, я хочу, может быть, подумаю, может быть, нет. А, тему, ну тему нельзя узнать, к сожалению, а вот что за раунд, естественно, можно. Ну давай тогда 4-й раунд, у меня еще вроде есть. Давай, я с удовольствием тебе покажу. Господин ведущий, покажите, пожалуйста, раунд, господин. Пожалуйста. Сейчас наёб будет какой-то. Раунд, на самом деле, довольно стандартный. Раунд называется «Хаос». Допустим, даны какие-то города, это пример, да? Города, и тебе нужно выставить эти города в порядке часовых поясов. Ой, от нуля. Нет, это забыл, пример, когда я это пример, это пример. Например, там будут какие-то фильмы по порядку выставить и так далее, понял, по дате выхода. Ну, что угодно может быть, по возрасту людей выставить. Это несложный раунд. Нет. Естественно, ты какие-то ошибки совершишь, но в целом ты довольно быстро сложишь картину. Многие проходят этот раунд. Блядь, Диман, я когда рассрочку на телефон брал, меня так же, блядь, уговаривали. Ну, нормально все, не переживай, блядь. Не, серьезно, сука. Серьезно. Там этот раунд, честно скажу, мы подбирали вопросы для тебя. Нет, это правда. Я это понял, связано хорошо. Будет, скорее всего, с музыкой. Не точно, но скорее всего. О, нет. Ладно, давай, поехали. Поехали. Я чувствую, что сейчас будет пиздец. Начисляем 610 ударов. Убери этот пример, чтобы не пугались. Да, надо заменить будет каким-нибудь, слышишь, Дэнни? Диман, а если бы у тебя осталось всего 610 ударов сердца? Я могу на цифру один потом. Слышишь, Диман, если бы у тебя осталось всего 610 ударов, на что бы ты их потратил? 610 ударов, я бы дошел до 8-го раунда и залутал бы бабки. Пиздец, вот... Чё-то, блядь. Поехали. Ты готов? Погнали. Есть волнение? Да, или да, свободно? Я вообще очкую. Отлично, это нам нравится. В этом шоу мы любим волнение. Поехали. 4-й раунд. Я держу за тебя кулаки. Поэты. Хронологический порядок рождения. Лев Николаевич Толстой, Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Алексеевич Бунин, Александр Сергеевич Пушкин, Сергей Александрович Есенин, Борис Леонидович Пастернак. От первого к последнему. Максимальная тишина. Нет, это пиздец, блядь. Ты просто, Диман... Это же с музыкой связано все. Да, музыка ёбнутая, блядь. Тексты песни — это как стихи. Ну пусть первый будет Пушкин. Верно! Правильно! Верно! Хуй его знает. Давай Толстой. Ой, это не Толстой, ебать, что я несу. Есенина, давай второго. Неверно. Ага. Блять, в какие они времена-то жили? Я вообще нихуя это не выкупаю, блять. Давай Лермонтова ставь. Верно. Бля, Толстой он ближе к концу, блять. Ну не смысле, что он откисается? Блять. Ничего страшного, если ты там давай, методом тыка потеряешь несколько секунд. Давай Бунина. Неверно? Нет. Бля, я вообще не помню эту хуйню, блядь, литература ебучая.
Да пробуй просто. Ну давай Есенина, похуй. Неверно. Давай тогда Пастернака. Неверно. Да, Толстого. Верно. Логично, что, блядь, по кругу. Верно. Так, ну я могу сейчас проебать сетцию, поэтому похуй. Давай сейчас Пастернака ставь. Неверно. Есенина. Неверно. Бубнина, похуй. Верно. Пастернака. Верно. Есенина. Верно. Красиво. Шо. Хорош. Просто такая хуйня. А ведь не зря говорят, что тексты песен это как красивые стихи. Поэтому я говорю, Диман, что ты это... сейчас наебал жестко очень, блядь, это пиздец. Блядь, он нормально прошел, он потратил 200 ударов всего. Всего-то, блядь. Это норм. Когда их всего 1000, блядь. Это нормально, абсолютно, что не... Это фул наеб. Если я пойду в следующий раунд, я проебу все. Давай, блядь, посмотрим следующий раунд. Диман! Нет, мне нравится играть, очень нравится. Но я хочу выиграть, блядь. Хорошо, давай, мы можем просто так посмотреть. Мы можем просто так посмотреть. Он 300 потратил. 300? Да, у меня было 600. 610. А, ну 300 потратил. Блин, ну ребят, во-первых, он очень долго думал, он мог потратить 250. 240 ушло. 240 ушло на минусы всего лишь навсего. Вот, так что ты нормально прошел. Ну нельзя пройти без минусов, это Unreal. Не, это очевидно, что нельзя, но просто, блядь. Ты очень хорошо идешь сейчас. Не знаю, мне нравится, как ты держишься. Давай посмотрим четвертый раунд. Пятый, точнее. Пятый раунд. Нет, мы посмотрим его или сразу начнем играть? Нет, мы посмотрим его. Ну тут нет такого. Так развода-то такого откровенного нет. Типа, давай посмотрим, а мы начали, блядь, уже не откатить. Давай посмотрим. Хорошая идея. Дим, скажи честно, тут вообще вот максимум сколько выводили с твоего скама? Выводили? Всего суммарно? 1020. Нет, давай не наебывай. Сколько выводил, типа, хоть, ну, максимально один участник? А, один максимально. Один 12500 вывело, но тогда были тарифы другие, это было на стримхате сейчас. А так вообще выводили по 5, по 6 тысяч. Ты понимаешь, да, он пофиксил тарифы, чтобы такого не повторилось. Да что ты пиздишь, какое по 6, то отойти невозможно, блядь. Нет, так ты уже дошел почти туда. Ты сейчас, у тебя будет сейчас на 4000, по-моему, если не ошибаюсь, или на 3000. Тебе два раунда за... Сейчас очень быстро пойти можешь. А можно у меня Дискорд перестанет крашиться, блядь? Это заебал нахуй, что за хуйня? Вот сейчас пятый раунд на 3000, давай посмотрим его. Именно посмотрим. Именно посмотрим, пока без игры, естественно. Хорошо, давай хотя бы посмотрим, но играть пока не будем. Пока не будем играть, ни в коем случае. Здесь гость решает, когда начинаем, когда заканчиваем. Ну давай, давай, показывай. Правила пятого раунда. Раунд называется «Тонус». Это математика. 2 плюс 26, 28 умножить на 3, минус 36. Простейшая математика, двухзначные числа, умножение двухзначных на двузначные не будет, естественно. Нужно пройти 3 таких треугольника. Все. Этот раунд проходят все. Диман, я понимаю, что его проходят все. Сколько у нас секунд осталось? У тебя 369 секунд, блин. Этот раунд может 69 секунд пройти. Тоже нужно потратить время. У тебя еще на раунд... Около 200, причем. У тебя на раунд на 2 у тебя точно есть. А можно за 20 ударов пройти? Можно за 20 ударов пройти, если все правильно ответить. А я могу это калькулятором пользоваться? Нет, нет, к сожалению, нет. Так тут простые, тут ты будешь дольше калькулятором считать. Блять, сука, какой-то наеб, я, блядь, чувствую наебалово. Да там, нет, ну там правда не наебалово, это обычная математика. Нет, я наебал. Мазелов. А. Ты понимаешь, ты все раунды говорил, что ты чувствуешь наебалово, и наебалово было. Так что, ну, может, пора прислушаться. Не, я чувствую наебалово. Где наебалово-то? В чем? Все времени дохуя. Диман, в итоге кажется, что времени нихуя. Илюх, ну давай, вот Илюх, честно скажу, на этот раунд у тебя точно есть время, ну 100%. Потому что 200 секунд на вывод, это условно, можно за 50 секунд вывести. А можно вообще и за 300, да, не вывести? Можно и за 300 не вывести, то есть это все условно очень. Можно и за 1000 не вывести, понимаешь? Поэтому это все очень условно. Да, я не знаю, мне нужно какая-то этот, нахуй. Мотивация? Ты сможешь пройти этот раунд. Спасибо, Диман. Ты самый уверенный, самый талантливый человек. Не, ну серьезно, Илюх, это раунд, вот это точно. Вот на этом раунде не стоит переживать. Тут типа все. Его все проходят. Да калькулятором я пользоваться не могу. Да там просто там не будет умножения даже двузначных. Там три треугольника, да? Да, три треугольника по 5 примеров или по 6 сколько-то. По 7. По 7, да. Поехали. Просто из трех математик, из трех раундов, это самая простая. Это самая простая математика. Блять, ну короче, ладно. Поехали.
Сука, чатик пишет тоже, типа, гоу, все. Ребят, я говорю, что... А, вы запустили раунд без меня, да? Охуенно. Я могу вернуть. Мы можем вернуть, но ты же все равно запустишь. Это психологическое давление сейчас на меня производит. Смотри, сколько у тебя времени, 369 секунд. Это дохуя. Это копейки, нахуй. Ты плохо считаешь или хорошо? Ну, так себе, блядь. Блядь, окей, Мазелов, я накидываю тебе косарь на счет, если, ну, на этот, на бон, на твой банк, да, если ты сейчас за 69, меньше, чем за 69 секунд пройдешь. Поехали. Ну, да, похуй, давай математику сыграем, похуй, ладно. Я сразу срать хочу, пиздец, я проебусь, срать пойду. Давай. Ебаный скам, сука. Итак, 7 плюс 5. 12. Умножить на 3. 36. Минус 21. 15. Минус 4. 11. Плюс 34. 45. Разделить на 15. 3. Умножить на 11. 33. Верно. Плюс 77. 110. Разделить на 11. 10. Плюс 45. 55. Умножить на 3. 165. Минус 40. 125. Разделить на 5. 25. Плюс 66. 91. Верно. Разделить на 7. Так. 10. Сейчас. 21. 13. Умножить на 3. 39. Плюс 23. 62. Разделить на 2. 31. Плюс 17. 48. Плюс 18. 66. Умножить на 4. 264. Хорош! Верно! Но, реально, к сожалению, 296 ударов. Косарь я тебя не накину. Накинь, алё, ты крыса! Блять, у меня в шоу жесткие правила есть. Косарь я не накину, но, типа... Да хуй, что ли? В смысле, Диман? Да ты больше... Ты, я же говорю, если меньше, чем за 69. А вот ты, бля, тебя... на 4 секунды всего лишь. Блять, ну... Бля, надо было посмотреть. Пиздец, но почему мы всегда правила нарушаем? Вот. Ребята, у нас всегда правила не соблюдаются. Сидит, блять... Бля, с камер, ну вот по факту, ну мне не сложно накинуть, но просто правила есть правила, типа я мне блин, очень неловко. Да, Диман, он все равно их не выведет, накинь тысячу. В смысле не выведу? Да в смысле не выведу, Квикантик. Не, а тут я так понимаю, что тут вообще, да, вывод заблокирован. Да не, да не заблокирован. Хорошо, я накину чат, благодаря вам я накидываю этот косарь. Сколько у меня баланс, Спасибо чату. У тебя сейчас 4000 в банке. 296 ударов. Шестой раунд. Разве не суммируются, типа, раунды? Нет. Не, вот тут очевидно, что на выводе, наверное, вопросы пиздец, там вывести, наверное, невозможно. Да, но ты еще можешь раунд шестой пройти. А, то есть ты согласен с тем, что вывести него? Не, я хочу вывести, Диман, все, с меня хватит. Давай шестой раунд посмотрим, шестой раунд посмотрим. Нет, с меня, Диман, посмотрим, я просто тебе его покажу, да он... Да блин, у тебя дохуя времени, я тебе серьезно говорю. Ты ставь с камеры. Да я тебе серьезно говорю, у тебя дохуя времени. Давай, показывай раунд, но пока играть я его не буду. Там вообще максимально, да хорошо, я бы тоже не играл, если бы не увидел его. А если увижу сейчас, может, и передумаю. Давай посмотрим. Какой же наебалово это просто. Давай посмотрим. Показывай. Бля, какой же наеб, это просто ужас. Раунд дедукция. Норман Ридус в роли Дарила Диксона. И смотри, дано всего 7 вариантов ответа. И тебе нужно выбрать всего 4 разных ответа. 4! 4 вопроса всего будет. Всего 4 вопроса будет. Нет, все, все, выводи давай, блядь. Не, Мазелов, вот это, кстати, легкий раунд. Это легкий раунд. Нет, это полная хуйня. Ну, Мазелов, ты его можешь пройти. Ну там. Давай тему скажем ему. Давай ему тему скажем. Да там не будет фильмов, это просто. Дэнни, давай тему ему скажем. Тема еда. Еда, Мазелов. Блять, сука, пиздоволы. Там сейчас будет еда какая-то, которую я никогда не ел. Там обычная еда будет. Обычная еда. Дэнни, там обычная еда. Ну, да, еда, которую едят, да. Все. Я извиняюсь, чего у вас за банк такой? Почему я могу вывести свои деньги, блядь? Нет, ты если, вот смотри, все, вот сейчас максимальная тишина. Если ты мне говоришь вывод, мы идем на вывод. Если ты говоришь раунд, мы идем на раунд. Мы идем на вывод, Диман. Хорошо, мы идем на вывод. Я понимаю, что там и вывести это невозможно, скорее всего. Хорошо, мы идем на вывод, но у тебя просто дохуя времени, типа, ну, да ну похуй, окей. Я хочу попробовать. Окей, хорошо, хорошо. Так, что, смотрим вывод? Уверен? Да. Вывод, хорошо, да, идем на вывод. 6 тысяч ты не хочешь, получается. Да отъебитесь от меня, блядь. Все, хорошо. Не надо. Идем на вывод. А теперь на вывод там, я не знаю, блядь. Ты, короче, я чувствую сейчас какой-то наеб, я уверен, блядь. Правило раунд, вывод. Ну-ка.
Даны вопросы в жанре «правда или ложь». Тебе нужно дать 5 правильных ответов в ряд. Если хоть раз ты ошибешься, цепочка сбрасывается, и ты начинаешь... Чего? Ты че рофлишь? Так это 5 всего. За каждый неправильный ответ минус 25. Давайте зрим канал с реакциями на вывод. Блять, давайте, кайфуйте. Блять, Диман, ты вообще... Это надо было одеть после первого раунда. Спасибо за 100 битцов. Вы шо с меня рофлите, нахуй? Этот раунд многие проходят. У тебя очень дохуя времени, Мазелов. У тебя очень дохуя времени. Диман, 5 в ряд? 5 в ряд. Тут не важно, сколько у тебя ударов осталось, да. Тебе нужно просто правильно отвечать. И смотри, ты можешь думать, здесь ударов. Есть вопросы, на которые можно додумать правильный ответ. Поехали, ты готов? А сколько людей выводило вообще? Много людей выводило, много. Ну правда, много. Ой, это тебя еще столько. Давай людей так, было. Пыталась выводить очень много, вывела чуть меньше. Я тогда это положил, никто не вывел, Диман. Я играл 2 раза, Мазелов, ни разу не вывел. Бля, я чувствую, это сейчас... Да, только у тебя оставалось... Мазелов, мне еще накидывали сердцебиение, блядь. У него по 100 секунд оставалось. А можно мне тоже накинуть авансом? Так у тебя дохуя! У тебя 300 секунд. Это очень мало. 300, прикинь, сколько раз ты можешь ошибиться? Это ни на что не хватит. Не, на самом деле, на этот раунд у тебя 100 сердцебиений. Давай я тебе накину 50 секунд, и мы идем на 6-й раунд. Не-не, Диман, мне тогда не хватит так. Потом на вывод вообще. Да хватит тебе на вывод, и гонишь. Хватит. Тебе даже... Да похуй, нет, давайте попробуем. Ладно, гоу вывод, типа, все. Интересно же, пиздец. Гоу на вывод. На вывод? Да-да-да, давай. Гоу, идем. Пиздец. Где ты еще? Ты еще в банке, в уме. Начисляем тебе 300... 296 ударов, 296 секунд. Пиздец, ты готов? Ни на что не хватит. Да, конечно, готов. На поехали. Поехали. Все, последний шанс отказаться и пойти на 6-й раунд. Да все, блядь, мы пытаемся вывести деньги. Блин, я уверен, у вас невозможно вывести вообще это, типа. У нас возможно все. Начинаем. Раунд вывод на 5000 рублей, верно? А, на 4000 рублей. А где пятая моя, алло? Оливки и маслины — это плоды одного и того же дерева, правда или ложь? Блядь, ну пусть будет правда. Верно. У осьминога нет сердца, правда или ложь? Это ложь. Верно! Пабло Пикассо был настолько беден, что сжигал свои картины, чтобы согреться. Правда или ложь? Это правда. Верно! Нельзя трогать птенцов, так как птица может учуять запах человека и бросить их. Правда или ложь? Неверно. Вокруг Земли вращается более 8000 единиц космического мусора. Это правда. Верно! Дети рождаются без коленных чашечек, они появляются только в возрасте 2-6 лет. Да не, ложь какая-то, блядь. Хуйня, блядь. Неверно. Блядь, акулы нихуя? Никогда не спят. Это правда или ложь? Да, иначе они умрут. Верно. ДНК человека и банана сходны на 90%. Правда или ложь? Банан, ну пусть будет правда, я хуй знаю. Неверно. 23 из 50 американских штатов имеют выход к океану. Правда или ложь? Наверное, правда. Верно. 167 ударов. Требуется 17 мышц, чтобы улыбаться, и 43, чтобы хмуриться. Это правда. Верно. Рибосомы — это то, что с помощью чего осуществляется фотосинтез. Правда или ложь? Не, это ложь, мне кажется. Верно! Ноль — единственное математическое число, которое нельзя написать римскими цифрами. Правда или ложь? Правда, наверное, я не знаю. Наверное или... Ну, правда, да. Правда? Верно! Итак, 140 ударов в минуту, если правильно даешь ответ, то ты выигрываешь. Кровь крокодила имеет зеленоватый оттенок. Правда или ложь? Блять, я не знаю. 50 на 50! Я хуй знаю. 130 секунд. Ну, если я проебу, то я, блядь, точно уже не успею. Итак, твой ответ. Я не знаю. Отвечай. А можно подсказку? Нет. Ответ. Да. Пожалуйста. Ответ. Да я не знаю, блядь, что ты даришь на меня? Блядь, сука, да напало на меня, блядь. Я хочу чекнуть чат, но у меня чат закрыт. Нельзя, нельзя чекать. Ответ. Потому что у тебя еще будет время, если ты неправильно дашь ответ, а так у тебя может не остаться. Пусть будет правдой, похуй. Правда! Это неверный ответ. Что на вершине Эвереста растут цветы. Блядь. Правда или ложь? Ложь. Крокодилы верно. Ебучие. Северный Ледовитый океан ранее назывался Гиперборейский. Правда пусть или ложь? Правдой, похуй. Верно. Голубые и черные розы всегда искусственно выведенные. Правда или ложь? Правда. Верно. В таблице Менделеева серебро обозначается как АР. Аргентум. Я не помню. Правда не помню. Или ложь? Ложь, пусть будет. Верно! Итак, второй раз! Больше всего опасной живности водится в Австралии. Правда или ложь? Правдой, похуй. Как? Правдой, пусть правда. Будет. Уверен? Да. Верно!
Ебать. Ну, хорош, Мазелов! Я выиграл? У меня да. Да. Ебать, нихуя себе дискорд вырубился в этот момент, блядь. Жабка с очками получается. А вы говорите скам-шоу, вот, видите, все нормально. Блядь, два раза дошел до финала, блядь, ебучие крокодилы в рот. Хорош, Мазелов, хорош. Я проебал, да, я так понимаю? Нет, ты выиграл 5000. Ты выиграл. Ты выиграл 5000. Ну ладно. 5000 в колянку, Мазелов, блядь. Не, ой, не 5, а 4000. Или 5. 5 тысяч. Нет, нет, 4 тысячи получается. 4 же он выиграл, да? Аргентум это что? Это, по-моему, золото. Это, по-моему, золото. Да, 4. У меня просто плохо с химией. Я помню, что это Мазелов. Это золото, по-моему. 4 тысячи он выиграл, все верно. 4 раунда. 4, 3 плюс косарь, 4. Пошел бы ты на 6, было бы 6. Да, да, да. Не было бы нихуя, ну хорошо, 4 тысячи это хороший результат. Это ебнутся какие бабки. Диман, а скажи честно, а хоть кто-то вообще выводил? Конечно, я говорю, у меня постоянно выводят в последнее время. Что-то делать надо уже. Блядь, Диман, ты что, Кнайфикс? Что за хуйня, блядь? Что, блядь? Да не, ну на самом деле, ну реально выводят иногда. Ну это же, блин, тут обычные вопросы. Это же не типа не вопрос, знаешь. Не, ну честно сказать, я думал, что на выводе будет сложнее, но... Ну, все равно, конечно, в моменте, блядь... Ебать, а какая у крокодила кровь вообще? Обычная. Красная. Обычная кровь. Не, обычная, не, там кровь. Было АР, ребят. Да, там было АР, а серебро это АГ. АГ. А серебро это и есть аргентом? Я просто не знаю, АР это что-то, да. Да, а, сейчас я еще и неправильно подумал, типа. Аргом или аргум как? А, хорошо, что я, блядь, не знаю химию вообще, у меня 2 было в химии в школе. Ну что, Мазелов, красава, поздравляю. Ты так считал, как ёбнутый, Илюх, это пиздец просто, блядь. Да, ты считаешь, пиздец разрываешь. Брат, а ты можешь остаться, понял? Все, Илюх, я убираю твою вебку. Спасибо большое. Я математики вообще не выкупаю, блядь. А я могу остаться послушать? Да, да, только без подсказок. Гвин, скинь, пожалуйста, свою вебку. Итак, второй участник, ребята, Александр Гвинский. Да я не шарю, бля, математика у меня будет? Да, она у всех есть. Пиздец, блядь. Ну, слушай, та математика, которая здесь, я уверен, ты в ней шаришь. Бля, еще вопрос. А я могу, получается, на первом раунде все въебать? На первом нет? Нет, на первом никак. Первый ты по-любому. Вообще, то есть... Да. Хотя бы первый я пройду. Да, первый ты пройдешь. Ебать, крутое шоу. Посидел как от этого, блядь, Мазелова на все байт или какие тут вопросы, блядь. Лермонтов, Пушкин, блядь. Ну, это легкий вопрос, потому что смотри, ты, грубо говоря... Охуеть, легкий, ты... я в школе, блядь, прогуливал, я пиво пил в школе, какая нахуй, блядь, литература с математикой, блядь. Ну, имеется в виду, что ты методом тыка, да, там пару раз ошибившись, можешь сделать, можешь узнать, расставить правильно. Я даже рубашку надел, блядь, чтобы прийти и понял сюда, блядь. Ну, блин, это красиво, спасибо, уважаю. Спасибо. О, Гвинчик, Дина. Спасибо. Дина, болеешь за Гвина? Жору пишет, пизда, Сани. Да вы заебали, бля, вы можете поддержать меня по-человечески, нахуй. Ёбаный... Блядь, Жора, верь в меня, пожалуйста, блядь. Ну что? Блядь, блин, ты готов? Я еще трезвым, блядь, вышел на эту передачу эту, блядь. На передачу. Ты готов, блин? Ну давай. А привет можно передать? Привет и можно передать, да. Привет, бабушки из Сызрани. Все, погнали. Итак, поехали. Уже? Правила шоу. Давай. Тебе предстоит побороться за денежный приз в 7 раундах. И 8-й раунд – вывод. Каждый раунд – это денежная сумма. Неправильный ответ в любом раунде – минус 25 секунд. Всего у тебя дается на шоу 1000 секунд. Поэтому старайся отвечать правильно, либо если ты чувствуешь, что можешь знать ответ, чуть дольше лучше подумай, чем получить минус 25 секунд. Вот. Но, безусловно, иногда... Дать неправильный ответ, это будет верным решением, чтобы понять правильную... Блять, даже на правилах он уже подкидывает, типа, неправильно отвечай, блядь. Соответственно, каждый раунд — это деньги, и чтобы вывести деньги, тебе нужно пройти отдельный раунд. Поэтому грамотно распоряжайся своим временем, чтобы оно, чтобы его хватило на все, да. А я могу на первом раунде вывести просто 200 рублей? Да, но нужно ли тебе? Просто региональные сапки скоро будут, понял? В принципе, что? Хотя второй раунд, блядь, почти 3 сапки. Все, ебать, пацаны, нахуй. Второй раунд, блядь, и 3 сапки дарю в чат. Итак, Вин, скажи, ты волнуешься? Блядь, нет. Тогда начинаем. Поехали. Ладно, итак, пак мы, не могу сказать, что подбирали прямо для тебя, но, скорее всего, все вопросы, которые в этом паке есть, ты ответы на них когда-то где-то слышал или знал. Или услышишь. Охуеть, сейчас что-то будет, что такое, блядь.
Аргентум. Первый раунд. Раунд называется «Разница». Дается какой-то вопрос, например, атомная масса какого элемента больше. Иди с магнием, блядь! Это пример. Я знаю, что магний для сердца, блядь! Это пример. А дальше просто все, меняются понятно. Варианты ответов. И тебе нужно выбирать 5. Всего 7 вопросов. Пиздец. Есть хорошая новость, Гвин. Этот Какая? Раунд ты закончишь по-любому, неважно, дав все неверные ответы, либо все Точно? Верные. Да. А, заебись, все, тогда нормально. В принципе, то есть я могу, в принципе, заспидранить и все слить. Да, ты готов? Да. Да, давай. Начинаем погнали. Первый раунд. А тематика какая? А тематика становится известной, когда начинается раунд. А-а-а! Да. Отлично. Итак, начисляем тебе 1000 секунд. Это время будет с тобой на протяжении всего шоу, поэтому постарайся его не тратить. Да, да, спасибо. Не тратить его зря, потому что время самое важное, как в реальной жизни, так и в нашем шоу. Когда его становится мало, начинаешь волноваться, что что-то не успел. Прям как в жизни. Блять, как будто батю слушаю сейчас. Мне батя постоянно рассказывает, что, блядь, а мне тут осталось жить, нахуй, вот, блядь, посмотри, где у меня схрон, блядь, того. Так. Я тебе реально говорю. Ну, так это же старый, у тебя же батя старой закалки, он, наверное, старше, сколько ему... Ну, наверное, старше, хотел сказать. Батя-то постарше, наверное, да? Такой, блядь. У тебя младший, блядь, пиздюк такой бегает, я ему, блядь. И умничает, да? Охуел, блядь. Ну что, поехали. Ладно, погнали. Первый раунд. Я читаю вопрос, ты отвечаешь. Начинаем. Население какой из представленных стран больше? Пакистан, Россия. Верно. Индия, Китай. Индия. Неверно. Охуели! Аргентина, Испания. Испания. Верно. Германия, Великобритания. Блядь, ебать, допускаю Великобритания. Неверно. Охуели! Вьетнам. Конго. Вьетнам. Верно. Украина, Южная Корея. Украина! Неверно. Блядь, не верю. Индонезия, США. США. Верно. Блин. Очень быстро. Что? Быстро и свечество. Знаешь, ты по этому раунду как на кабрике пронесся по Невскому проспекту, я не знаю, по шоссе какому-то, по трассе городской. В Украине больше всех живет Украина, потому что Украина это вот наше все. У тебя... Да, все, я в азарт пошел, второй 100, раунд. 101 удар все потратил. Идем на второй раунд, даже не останавливаемся, естественно. Я азарт. Все, ебать, я до конца доталываю, иду доталово, похуй. Только главное, чтобы математики не было. Давай узнаем тогда правила второго раунда, они тебе, безусловно, понравятся, я просто уверен. Второй раунд. Правила второго раунда. Опайте в ладоши, блядь, под подушкой. Раунд озарения. Тебе дано будет 5 слов и... Ой, блядь, 5 описаний, 5 описаний. Или 4, неважно сколько. Например, автомобильная, детская, спортивная, универсальная. Каждые 5 секунд в слове появляется буква. Если ты это слово понял уже с двух букв, ты его называешь, и мы переходим к следующему слову. Что, соответственно, ты на что ты потратишь меньше времени, да, закончив этот раунд. Если ты это слово не знаешь, оно рано или поздно появится до конца, но просто это будет долго. А твоя вопрос, задача, если становится... я, допустим, буду дропать варианты? Будет 25 секунд. Нет, будет 25 секунд, естественно, сниматься. Вот. Поэтому лучше дропай правильные варианты. Ты готов? Да. У каждого слова будет внизу описание, по которому можно догадаться, что это за слово. Тут все, ну, так да. скажем, вся ответственность на тебе за этот раунд. Ну да. Ну как и за остальные раунды тоже. Начисляем тебе 899 ударов. Ты пока очень хорошо идешь, тебе даже не стоит переживать. Спасибо. Поехали. А! Микрофон, стой! А, все работает. Все работает. Все работает. Все работает. Все хорошо. Они окончены? Да, 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 все нормально. Начинаем. Второй раунд. Раунд озарения. Блять. Хрящевая, морская, океаническая, китовая, тигровая. Акула. Верно. Дорогая, дешевая, имущественная, временная. Пиздец. Блять! С каждыми 5 секундами появляется буква. Аренда! Верно! Драгоценное, дорогое, фальшивое, чистое, ворованное. Золото. Верно! Громкий, тихий, шипящий, плохой, хороший. Что, блядь? Тихий, громкий, плохой, хороший, блядь! Я не понимаю, блядь! На МК нахуй. Динамик! Пиздец, блядь. Верно! Одинокий, 40-летний, неженатный, завидный. Холостяк. Верно! Как легко, Гвин! Я думал, что тихий, громкий, это пердёж какой-то, блядь. Я думал, ребёнок какой-то, блядь.
Как легко, Гвин, 845 ударов. Ты сейчас так ты на максимальную сумму можешь претендовать. Ну это, блядь, пока математика не что будет. Что за скам выходные? Вчера Дина десятку сняла, сегодня Мазелов 4, сейчас еще Гвин. Не говори. Ужас. Да нет, только без математики, ПЖ. Пополняем баланс сквада, давай, Сань. ПЖ. Да, бля, придет Шадукек нахуй и фриком пополнится. Так, звонил от... Вернет на базу, блядь. Ну что, идем на третий раунд? Начальство, говорит, что новое правило. Раньше пятого раунда выводить нельзя. Все. Да, начальство, блядь. Можно без математики, пожалуйста? Итак, погнали. Третий раунд, Гвин. Давай посмотрим его правила. А что за скобочка такая? Раунд пазла. Представлена медийная личность крупная. Ее разбирают. О, я знаю эту личность. Да, это я. Спасибо. А мне тебя собирать надо? Да, ее нужно собрать. Но, внимание. Пазл, фрагменты пазла могут быть растянуты и искажены, поэтому очень внимательно смотри на тот фрагмент, который ты пытаешься подставить. Потому что если он неправильный, то там что-то точно не сойдется. Давай, Саня, я пчелки насобирал. Третий раунд. Я надеюсь, я буду собирать пчелкика. Внимание, без подсказок. Третий раунд. 1000 рублей. Поехали. Как правило, собираем гостей, которые были ранее. У Гвина пиздец сколько. Много. Времени. 845 секунд. Это очень много. И я думаю, что у Гвина есть шанс дойти до... Как вы думаете, кто сейчас будет? Финала. Шадоукек. Нет, Шадоукека не будет, потому что он будет в следующем выпуске. Потому что он участвует сегодня. Мне кажется, будет фруктоска сейчас. Давай посмотрим. Даю подсказку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Охуенно подсказка, спасибо, Ля. Раз, два, Вася. Ааа, да, свой, блядь! Я знаю каждого волосочек. Разбираю Васю. Итак, левый верх. Первая. Неверно. А, сука, Вася, наебщик, блядь! Ебать, внимательно, блин, внимательно. Верно, хорошо, право. Хорошо. Правая, искажена, сука. Значит, седьмая, блядь. Верно, хорошо, лево. Дальше, щека. Щека у него одна такая на всем мире, десятая. Верно, дальше, левый дальше, низ. Подбородки. Подбородки одинаковые все, сука. Значит, это левая ориентация, значит, получается у нас... Ебать! Мех ебаный, во, блять, там бороды-то нету, кусок маленький, бороды нету. Пятый. Верно, или право? Пятый, девятый. Верно, что творит Гвин? Ой, блять. Что творишь? Блять. Гвин, куда летим? Вот это вообще разъёб. Летим на фулл бабки, блять. Давай, хорошо, на фулл бабки, так на фулл бабки. Математика, сука, только что вне математика, это пиздец. Охуеть, 773 окей. секунды, это я намного знаю, больше, блядь, чем 500 нужно... секунд осталось. Квантовая еще... физика будет в следующий раз. Он вообще свободно может здесь двигаться. У меня было 770, если не ошибаюсь, после первого раунда уже. Да блин, это вообще гениально, Гвин. Скажи, в чем секрет? Математика, блядь. Ты все это знаешь, секрет все шаришь? Секрет в том, что... Бля, хотя что-то придумать... не могу придумать нихуя, блядь. Главное, не математика. Я на математике посыплюсь. Я ненавижу математику. Я в детстве математику ненавидел, нахуй. Я на уроки математики приходил, блядь, с бутылкой водички сладкой. И сидел, блядь, не слушал математичку. Все. Грабят скам-шоу. С ума сойти. Ну что, Гвин, готов к четвертому раунду? Да я нихуя не готов. Похуй, блядь. Поехали. Сейчас математика. Да ебаная. Нет, четвертый раунд — это не математика. Okay, это хуеплет, я его называю, этот раунд. Сопоставь спорт и термин из этого спорта. Дано будет всего по 6 вариантов слева-справа. Всего 4 варианта правильных, понял? То есть тебе нужно 4 слева и 4 справа сопоставить. Два... Где спорта по не два... будет, блядь? Не, спорта не будет. По 2 варианта справа и слева — это неверные варианты, чтобы запутать. Поэтому имей в виду. Ты можешь, если будешь их проверять там методом, ну, специально, там по 25 секунд рискую, да, ты можешь так по всем пройтись, и ничего не подойдет. Это значит, вариант неправильный, имей в виду. Итак, идем на 2000 рублей. Внимание, максимально без подсказок. Раунд, ты готов? Да. Начисляем тебе 773 секунды. Блять, главное, чтобы не спорт ебаный. Главное, вот давай что-нибудь из пивоварения, блять, или что-нибудь такое, блять. Там, может быть, куклы, брат, блять. Ну, что-нибудь такое, я в этом разбираюсь. История создания короны экстра, блять. А я ебу, когда она создавалась, для Мазелов, нахуй. Давай, не подыгрывай, блять. Это, блять. Интересно, что будет за арифметика сейчас? А сейчас, ебать, прикинь, математика, что такое интеграл, блять, и что такое косинус. А сейчас мы узнаем, потому что время начинать. Погнали. Так, ты, значит, не шаришь математики сейчас, секунду. Нихуя, пожалуйста, блядь, он полнал, делает там, что-то меняет. Он меняет. Три, два, один,
Let's go! Том Фелтон, Северус Снег, Гарри Поттер, Волан-де-Морт, Минерва МакГоналл, Седрик Дригори, Алан Рикман, Майкл Гэмбон, Паттинсон, Малфой, Олден Смит. Сопоставь актера и его роль в фильмах о Гарри Поттере. Гарри Поттер, как Гарри Поттер, кто, блядь? Ебать, как тебя зовут? Я не понимаю, все, я поломался. Кто это такие, блядь? Сука, Волан-де-Морт, пускай будет Гарри Олден. Неверно. Пошел нахуй! А я все, я не знаю, кто это. Так ты можешь перебирать, у тебя очень много времени. Седрик, что, Седрик Грегори, Драко Малфой. Нажми, блядь, что ты не жмешь? Блядь, Минерва МакГонагалл, Мэгги Смит. Верно. О, блядь, Волан-де-Морт, а Волан-де-Морт запутанник ебаный. Северус Снэк пускай будет Алан Рикман. Верно! Том Фелтон пускай будет, блядь, кто это такой нахуй? Блядь, скотей ты, блядь. Волан-де-Морт пускай будет тогда Майкл Гэмбабон. Неверно. Тогда пускай будет Седрик Дигори, Роберт Паттинсон. Верно! Один ответ. Все, четыре же! Сука! Том Фелтон, кто это такой? Волан-де-Морт. Да, хорошо. Том Фелтон, тогда получается, Драко Малфой. Верно, господи, что творит он? Google открыл, значит. Какая залупа ебаная, блядь. Я вспомнил, что этот Роберт Паттинсон был в Кубке Огня, Кентик, понял, блядь? Ты смотрел Гарри Поттера всего? Да, но он в Кубке Огня был, Роберт Паттинсон. 600? А я обосрался с того, что я вижу Гарри Поттера и не вижу Дэниела Рэдклиффа. А, да! И такой, чё, блядь? А я на этом и потерялся, я такой, пиздец, блядь. 611 секунд, Гвин. Это ты первый, кто идет в скам-шоу с таким результатом. Спасибо. Let's Поэтому go, ведущие волнуются. Следующая математика? Следующая математика. Блядская математика. Но у тебя очень много времени, чтобы просто думать над каждым ответом. Ладно, раунд называется фокус. Охуеть! Дано число. Также внизу написано число, на которое нужно сделать какое-то действие. Цвет прямоугольника внизу говорит о действии. Например, если это розовое, то это умножить. Если это красное, то это плюс. Здесь внимательность нужна, чтобы совершать правильное действие с цифрой. Ладно, похуй, давай, до конца, ебать, мужики, до конца. Я не сдаю назад, потому что у меня задняя передача, блядь. Правильно, Гвин, мне нравится твой настрой. Раунд 5. Мне тоже. Фокус. Начальству тоже нравится. Похуй. Начисляем 611 секунд. У тебя очень много времени, ты можешь, я не знаю, ты можешь сходить кофе заварить себе. Я без штанов, Дим, я не... Вернуться. Вот я очко, зато с деньгами. И пройти раунд. Тоже надо, храбрость тоже должна быть в меру. Даже Илюха, так сказать, страха нет, у чатика даже тут это жабка в очках уже вся. Чатик, жабку в очки. Одеваем. Что-то один секунд начислено. Вот, сюда, пошла. Пошла жаба. Блять, самое ебаное, что здесь нужно еще цвет смотреть. У Мазелова проще было, сука. Ему просто говорили, что делать. А тут цвет еще, сука, надо смотреть. Страха нет. Зато у тебя меньше примеров в сумме. Да? А сейчас будет 156 на минус 95 поделить. Не, умножить, не будет, блядь. Не будет. Все примеры довольно простые. Мне нравится, что, Гвин, ты не очень волнуешься. Поехали. 611 секунд. Похуй. И раунд фокус. Покажи свой фокус нам. Окей, мне похуй. Let's go. Блять, не похуй. 2, что это? 6. Верно. 17 умножить на 2, это 34. Верно. 39. Верно. 49. Верно. 29. Верно. Ебать, охуели, сука! Что это за цифра, блядь? 221, похуй, я не знаю. Неверно. А что, мне нужно решить это нахуй с концами, блядь? Да. 231. Верно. Блядь, 77. Верно. Ебать, 225. Верно. Ебать, 68. Верно. Ебать, 96. Верно. Ебать! Пизда. 64. Неверно. 71. Верно. Пизда. 30, 4 на 3. Сколько будет, блядь? 4 на 3, сука, это математика ебаная! 30-42! Верно. Когда они закончатся, сука? Очень скоро. 7 на 6 сколько будет? Я не помню, блядь!
70, 76, сколько? 77, 40 с чем-то, блядь. Это получается, ебать, 100... Блядь, 100 с чем-то, нахуй, 100, 122. Неверно. 100... Блядь, 76 сколько будет? Подскажите, пожалуйста, блядь. Я забыл. Подожди, 5 плюс 7. У тебя есть 35. Время посчитать, у тебя много времени, 430 секунд. 100... Пизда. 112. Верно. Они закончатся нахуй. Да. Нет, блядь, заебали, блядь, уже. 139. Верно. Пизда ебаная. Пиздец. Ну я ненавижу математику. Все, я не знаю, все, я проебал вам. Пизду, блядь. Да у тебя много времени, успокойся, посчитай. У тебя очень много времени. 64, 24. 61. Верно. Пиздец. Еще пару примеров. 59. Верно. Блять, 21. Верно. 46. Нет. Ебать. 83 сколько-то будет, она нахуй, ебана в рот. Я не знаю, сколько 83 будет. 56. Неверно. 54. Верно, все. Пизда, ебаный мать. Ненавижу математику ебучую, блять. Почему? Меньше примеров, где у меня меньше примеров, блять? Где ты? Нет, это, блядь, это вы накрутили, блядь, примеры мне, сука. Нет, мы не крутили примеры, Гвин. На самом деле, это просто... Это не самый простой раунд по математике, который может быть. Но, тем не менее, он не такой сложный. Он не такой сложный. Правда, ты, возможно, чуть волновался, но ты считал очень хорошо. Было пару нелепых ошибок. Пару нелепых ошибок из-за спешки. Математика еще будет? Нет. Все, математика не будет до конца. Правда, до конца ебашим. Ебашим до конца. Вот. До конца ебашим. До конца ебашим, похуй! Давай посмотрим правила шестого раунда. Осталось давай. Два раунда, Гвин, всего два раунда. Давай! До конца, нахуй, похуй. Всего два раунда. Хочу сказать, что мое почтение музыке, потому что когда эта музыка играет, ты ебать на очке сидишь. А я музыку вырубил. Раунд дедукция. Ну, соответственно, Норман Ридус в роли Дэрила Диксона, и тебе нужно выбрать, где он играл, например. Walking Dead, дальше. Okay. Он избавит вас от нечисти. Ведьмак. Собственно, вопрос будет, раунд будет наподобие такого. Let's go, давай. Пока у меня остались во мне, блядь. Хочешь узнать тематику раунда или сразу начнем? Тематику. Какая тематика раунда будет у нас, Дэнни? Еда. Еда? Я, блядь, так я шарю видел, let's go, нахуй. Поехали. На 5000 рублей. 140. Идем на 5000 рублей. Блядь, сейчас как будет ржачность, блядь, первая какая-то хуя, какой-то ртатуй ебучий будет, а я не знаю, что такое ртатуй. Начисляем тебе 327 секунд. Надеюсь, оливье пельмешки будут. Если бы не математика, чел мог бы залутать все бабки. Подстава ебаная. Чел, а как можно вырезать раунд, блять? Он есть. Этот раунд есть. Ну могли там 2 плюс 2 сделать, так, блядь, ты, наверное. Ты просто, у тебя были ошибки, типа ты два раза там ошибся неправильно. Ну, то есть я у тебя 100 секунд, например, они... Было бы 427 секунд, это дохуя. Давай, let's go. Поехали, давай, конечно. Let's go. Да, все, заработал. 3, 1, поехали. Китайский зянбинь, бразильская кашиня, буррито, лахмаджун из Турции, немецкий братвурст, французские блинчики, аргентинский черепан. Это ультратонкое блюдо готовят из пшеничной без глютеновой гречневой муки. В зависимости от того, сладкая начинка или нет. Аргентинский черепан. Неверно. Немецкий братвурст. Неверно. Бразильская кашинья. Неверно. Китайский зянбинь. Неверно. Турецкий лохмаджун. Неверно. А что у меня осталось? Что у меня осталось, блядь? Что я не перечислил? Буррито. Спасибо, подскажи. А? Буррито, по-моему, и немецкий... буррито и блинчики, по-моему, да. Блинчики французские. Верно! Эти сосиски традиционно готовят из свинины, телятины или говядины, подают с квашеной капустой, картофельной сладкой. Верно! Жареные куриные фрикадельки в форме слезы, приготовленные из измельченной курицы и липкого сыра, похожего на рикотту, смешанного с луком и петрушкой. Аргентинский черепан. Неверно? Бразильская кашинья. Верно! Последний. Это ультратонкая хрустящая пицца, тесто покрыто говядиной или бараниной, луком, помидорами и различными специями. Лохмаджун! Верно! Да! Ну это все! Сюда! Вы говорите! Да блядь, нахуй! Просто... Блядь! Сюда! 1-1-1! 3 единички в чат! Три единички. Стоять. Подожди, терпеть, бля. А теперь смотри, Гвин. У тебя сейчас перед тобой серьезный выбор. Идти на вывод и выводить 5000 рублей, либо пойти на седьмой раунд, на максимальную сумму, пройти его и
вывод. А у меня не останется времени на тебя вывод. У тебя может не остаться времени на вывод. А надо узнать, можно узнать, пожалуйста, что там да. с категорией, что за раунд? Давайте посмотрим седьмой раунд. Может быть, я сейчас разрешу за 10 секунд пройти и разъебу вывод, ёбаный. Раунд дежавю. Иди и смотри в чат. Тебе нужно запомнить последовательность из чисел вывод. Букв. Вывод. Хорошо. Вывод. Я же, не еще, вывод. Не, я же еще не сказал, похуй, что это... Вывод. Похуй вывод. Хорошо. Похуй вывод. Не пора запоминать ваши буквы, блядь. Были бы буквы, еще и цифры. У меня с цифрами вообще паника, блядь, по жизни. Хорошо. А у меня вывод какой будет? Сейчас? А, блядь, а прикинь, вывод сейчас с математикой будет, Мазило. Это пиздец. Так нет, вывод, типа, ты можешь сколько угодно времени запоминать, вот в чем дело. Пока не скажешь дежавю. Да, ты запоминаешь, в любой момент говоришь, я готов. При этом ты тратишь сам свое время. Ты можешь за 20 секунд запомнить, за 19 запомнить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я в пизду вот эти ваши, блядь, дежавю, блядь. Я вывод хочу, все. Хорошо, вывод хочу. Хорошо. Идем на раунд вывод. Ребят, за что плюс 20 накинуть, вопрос? Так, ты правила знаешь вывода или показать? Нет. А, не знаешь? Покажи. Вот я тоже говорю. Мазелова? Все красиво. Саня, это пиздец скам, я тебе говорю, вообще полный. Правило раунда вывод. Очень легкие. Правда или ложь? А, все, понял. Тебе нужно ответить 5 правильных ответов в ряд. Если ты даешь хотя бы один неверный ответ, неважно, на 4-й, на 3-й или на 5-й вопрос, ничего, все Диман, скидывается, если цепочка по новой. Я тебя, Диман... Тебя 101 секунд, да. Ошибиться ты можешь 3 раза, наверное. Потому что потом уже каждая ошибка будет фатальной. Так, а ошибки бесплатные идут, ты говорил. Поехали. Ошибки же бесплатные. Ну как бесплатные? 25 секунд. Слушай, у Мазилова бесплатные были ошибки. Он не ошибался. Не бесплатные. Он не ошибался. Поехали. Я в тебя верю. Охуеть. Ну дайте, дай. Стой, стой, стой! Уже начало. Назад пути. Охуеть, блядь! Е самая употребительная буква английского алфавита. Правда или ложь? Верно. В 1060-х годах сжигать бюстгальтеры было обычным делом. Правда или ложь? Неверно. Похуй. У белого медведя черная кожа. Правда или ложь? Блять, правда. Верно. Зеленый картофель смертельно ядовит. Правда или ложь? Верно. Вершина с наименованием Август в Северной Америке является горой. Правда или ложь? Ложь. Верно. В Испании запрещено летом выходить на улицу без шляпы. Правда или ложь? Неверно. Блядская Испания! 30 секунд. Бегемоты образуют детский сад для детенышей. Правда. У Вин Дизель настоящее имя Марк Синклер. Правда или ложь? Ложь. Неверно, ебаный, время кончилось. Он умер, блядь! Ты был очень близок. Но я пытался вывести это для семьи. Он умер. Ты сказал, я пытался вывести это для семьи. Ты сказал, семья, Гвин. Накинь еще 200, блядь, секунду. Я тебе накидываю еще. Ты миниктаретто погубил. Давай, давай еще 200 секунд, блядь. Да не, на самом деле было все красиво и... Вроде семьи, Диман. Все было красиво. Блядь, бать, Диман, аж свет. Дай мне, дай мне 50 секунд, Диман. Дай мне 50 секунд, Диман. К сожалению, таких правил у нас в шоу нет. Диман, 50 секунд, Диман. Я косарь отдам с выигрыша. Я не могу, Гвин. Не могу. К сожалению, не могу. Я хотел бы это сделать, но я не могу, к сожалению. А кто может кому позвонить? Спасибо за 50, Доминик Торетто. Как можно было обосраться на блинчиках? Чел, ну там, честно говоря, не очень-то простой вопрос был с блинчиками. Там было ультратонкое написано. Ну да, кстати, а ты перебирать стал. Вот, это было фатальной ошибкой. Это было фатальной ошибкой. А, блядь, математика ебаная фатальная ошибка. Не учите математику, нахуй мне нужна. Не пригодится даже. Да нет, я считал, кстати, хорошо на самом деле. Гвин, спасибо тебе. Ребят, чуть не забыл, подписывайтесь на канал Мазелова, на канал Гвина. В чатик, пожалуйста, канал Гвина и Мазелова. На мой вообще надо обязательно. Да, 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 обязательно подписывайтесь. А на мой можно не подписываться, дайте просто 50 секунд. И на Дмитрия Ликса там тоже. 50 секунд дайте 50 секунд, блядь. Кстати. А ничего, Макс, тут фриком подкручивает, все нормально. А, ну давай, я если что, вывожу на 200, сразу говорю. Да, Макс, кстати, мог вебку скинуть в эти, во фрики, в принципе, я бы оттуда тоже мог взять. Там-то я есть уже. Итак, Макс, ты знаешь, да, что это за шоу? В принципе, смотрел его, ну, вот сейчас, наверное, чуть посмотрел, да? Ну, сейчас, да, я сейчас посмотрел. Чуть-чуть. Вот, ну, давайте я тебе все равно расскажу немножечко о правилах, и после чего мы начнем. Она выглядит аж как скам, нахуй. Итак, всего 7 раундов. Каждый раунд — это отдельная сумма, каждый раунд — это отдельное задание. На все про все тебе дается 1000 секунд. Каждый неправильный ответ вычитает 25 секунд из твоего общего времени.
Соответственно, каждый раунд можно потратить разное количество секунд. Первый раунд ты проходишь в любом случае, потому что там ограниченное количество вопросов. А вот в остальных раундах, если ты даешь постоянно неверные ответы, твое время может дойти до нуля, и шоу для тебя закончится. Соответственно, чтобы вывести деньги, например, ты дошел до 7-го раунда или до 6-го, 5000 рублей, и ты говоришь, блин, все, у меня времени немного остается, хочу вывести, мы уходим с тобой на раунд вывод. Вот и все. Поэтому следи внимательно за временем, чтобы не проворонить тот момент, когда нужно уходить с деньгами. Понял. Ты готов? Давай. Поехали. Готов. Пак у тебя не сказать, что будет легкий, но и не сказать, что будет сложно. Замечательно. Ой, спасибо, ребят. Начинаем. Начисляем 1000 секунд. Что-то нервничаю. Про правила давай. Шадов плохо слышно, сейчас будет слышно лучше. А сейчас я посмотрю, что у меня смешно. Не-не, у меня просто Дискорд может тихо быть. Все, я сделал погромче. А, все, да, у меня все нормально. Все, я сейчас просто музыку вот так вот. Ага. Все, поехали. Не скамь людей, мамонт. Не скамь людей, мамонт. Спасибо, Дюша Метелкин, за два. Правило первого раунда. Раунд дилемма. Допустим, дано слово помидор. И тебе нужно выбрать правильный факт об этом слове. То есть это переводится с итальянского как золотое яблоко, либо как серебряное, да? В России овощ попал в таком-то веке, либо в таком-то. И тебе просто нужно выбирать. Всего 7 вопросов. Соответственно, слово понял. Будет, естественно, другое. Что кто, ребята, это фрукт такой, помидор. Итак. Давай, поехали. Поехали. Первый раунд. Волнение у тебя есть? Присутствует вообще, Макс? Да, вообще пиздец. Бля, это заебись. Вот когда волнение, это вообще заебись. Я волнуюсь. Поехали. Первый раунд. Вообще-то помидор фрукт в Китае, по крайней мере, продается. Макс, еще выводи, Макс, не слушай их нахуй, выводи. Я сразу. На 200 сами выведу и пойду шаву куплю. Блин, ты, кстати, с калашами, я есть захотел. Да я сейчас съел салат невкусный. Правильно, давай, давай, дави их в ответ нахуй, Макс. Дави, дави. Так, ну что, у нас сейчас уже, вот, бонуска начислилась, Макс, короче. Ага. Вот, бонуска начислилась. Это я знаю, что такое бонуски, ага. 1000 ударов. Ну все, поехали. Что нам? Давай. Что нам ждать? 3, 2, 1. Let's go. Игры. Valve утверждает, что 30% всех приобретенных игр в сервисе Steam никогда не запускалось. Valve утверждает, что менее 5% всех игр в сервисе Steam никогда не запускалось. Первое. Верно. Самой долгой разрабатываемой компьютерной игрой признан Stalker. Самой долгой игрой признан шутер Prey. Prey. Верно. Председатель правительства и по совместительству бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев выступает за то, чтобы запретить игры, либо выступает за... либо он играет в игры. Второе. Верно. Идея игры GTA в том виде, в котором мы ее знаем, родилась из-за ошибки в коде. Идея игры GTA в том виде, в котором мы ее знаем, пришла во время сна. Второе. Неверно. Если сложить все часы, в которые играли в Fortnite, геймеры по всему миру получат срок около 10 миллионов лет. Если сложить все часы, в которые играли в Fortnite, геймеры получат около более 20 миллионов лет. Второе. Неверно. Блоки в видеоигре Super Mario Bros. На самом деле сделаны из животных, обращенных в камень. Блоки в видеоигре Super Mario Bros. На самом деле сделаны из людей, обращенных в камень. Второе. Верно. Изначально Counter-Strike создавалась как отдельная игра, изначально Counter-Strike была модом второе, для другой второе, игры. Второе. Верно. Ого. А для какой? Все? А для какой игры модом? Да, это первый раунд. Half-Life. А, да? Нифига себе. Half-Life же? Да, да, да. Удачно мод сделали. Так сказать, выстрелил. Ну что, 884, ты потратил 116 ударов, это максимально вообще мало. Это прям заявка на вывод крупной суммы, Макс. Вывожу, Дима, 200, все, останавливаю. Рановато. Меня заскамили на 20 секунд. Да нет, Гвин, там все было хорошо, это чате хотел тебя поддержать, но я не поддался уговору. Второй раунд, смотрим правила второго раунда. Я же понимаю, ты идешь на второй раунд? Че нам на первом-то останавливаться? Да нет, конечно. Раунд называется «Цикл». В кружочке крутится слово. Тебе нужно сказать, что это за слово. Буквы менять местами не надо. Слово просто нужно прочитать с какой-то конкретной буквы. Ты ее должен найти. Вот. Ебануться. То есть телефон, там карта была и так далее. Слова, буквы в слове по порядку. Угу. Так что все будет норм. Раунд номер 2. 600 рублей. Начисляем 884 удара. Угу. И вперед. Давай. С песней. На 116 ударов, из которых 100 секунд говорил Дмитрий с камер. Челы, я читал вопросы. Макс может отвечать, не слушая меня. Это важно. Да, я могу сам читать. Он может сразу отвечать и все. Без разницы. Я просто буду принимать ответы. Ну, грубо говоря, он может меня перебивать и просто отвечать. Замуться тогда. Найкес уехал. Итак,
Передай привет Мазелову от 543. Мазелов, привет тебе от 543. Поехали. На лицо прими, ты сейчас примешь на лицо, понял? Раунд цикл, первое слово. А если я ошибочно скажу, меня снимут? Да. Блять. Какая-то, блять. Какич какой-то, блять. Ну, слово? Не знаю, какич. Я не знаю. Ну, попробуй разные варианты. Возможно, это слово просто ты не знаешь, просто прочитай, но 5 букв, это несложно здесь. Я вообще не понимаю. Слово начинается с буквы К. Чика? С буквы... Ты по порядку. К? Азба. Кичка? Верно. Что за слово? Я вообще не знаю, что за слово. Это точно знаешь. Семьсот семьдесят семь секунд. Удачное время. Я вижу. Блять, пиздец, это сложно. Это очень легкое слово. Просто найди букву, с которой начать. Яичко. Какой-то, блять. Я подскажу тебе с буквы Я начало. А, ячейка, блядь, да, охуеть. Да, верно. Это пиздец. Правильно читаешь, кстати. Да? Да. Но это сложный пак слов, если честно. Разалте? Что это нахуй? Слово? Сейчас, подожди. Я вообще не могу. Это сложное слово? Ну, я думаю, ты его в любом случае знаешь. Это военных туда относят. Военных. На букву Л начинается. Л? На букву Л, да. Алтераза. Что это такое, блядь? В другую сторону. В другую сторону. А-а-а, нихуя это! А, лазарет! Я думал, ладно! Нет! Нихуя тебе! В разные стороны можно! Это вообще пиздец! Можно в разные стороны читать, поэтому... Хотя бы тематику давали слово, блять. Ну, это... Это... Ну, тут я не знаю, тут как тематику дать. Но это легкое слово. Его... Я тебе могу подсказать против часовой стрелки читать. Окей. Емкость? Да, верно. Три слова остается. Баклажан. Верно. Два слова. Я там Терри так быстро ответила. Тут знаешь, тут главное, типа, на первую букву бросить внимание. Какая трушка, блядь, кто-то подсказал. Не понял? Я говорю, похавать ватрушку хочу что-то. Ватрушка. Последнее слово, без подсказок. Например, здесь могут быть также и названия. Я понял. Название чего? А чего угодно. Ессентуки? Верно!
таких. Ура! Хорош! Задержался на этом раунде, ты задержался. Но для каждого свой раунд может казаться сложным. Это нормально. При условии, что первое, второе слово здесь было, кстати, я тоже его не знаю. Что такое кичка, я не знаю. Какич. Какич. Я не знаю, что такое кичка. Я даже не понял сначала, что типа и против часов можно, но вот по направлению того, как оно крутится. Да! Я все время сказал по направлению, как оно крутится, нахуй. Не-не-не, по-разному, естественно. Ну что, у тебя 576 ударов, очень много времени ты потратил на второй раунд, но это не значит, что ты не сможешь пройти там 3 раунда быстренько и вывести там, например, 4000 рублей. Либо вообще дойти до 8 раунда на одном дыхании. Все может быть, давай посмотрим третий раунд. Он легкий, кстати. Давай. Дайте мне математику, пожалуйста. Раунд пазл, представлена звезда очень известная, ее разбирают. Угу. После чего тебе нужно собрать пазл по порядку. Слева, ага. Ну, ты будешь видеть подсвеченный фрагмент. Внимание! Фрагменты могут быть изменены и растянуты, поэтому прежде чем сказать свой ответ, ну, визуально там представь, правильно встанет ли туда этот фрагмент. Потому что бывает, что там на фрагменте 2 глаза, да, и на картинке уже 2 глаза. Понял. А это не стакается. Итак, третий раунд. Начисляем тебе 576 ударов. Угу. Let's go. Let's go, Дима. Лицо субсидии и льгот. Слышишь, чел? Уехал. Кого мне дадут, интересно, блядь? Мы, как правило, даем участников предыдущих выпусков. То есть в следующем выпуске будешь ты. А вот в этом выпуске, я не помню, кстати, кто у нас был. Сейчас посмотрим. Надеюсь, я увидел хоть раз в жизни. Ну, 100% видел. Давай нет, посмотрим. Честно скажу, ты его ни разу в жизни не видел. Да? Да. Это как? Какой-то сарказм. Звучит вот саркастично. Первый раз увидеть сейчас. А, ё-моё. Понял. Разбираем. Ваденьку. Ебать, так там куртка очень. Лево вверх. 12-е. Верно. Право. 8. Верно. Шефа разобрали. Лево. 5. Верно. Ебать, это вообще Unreal. Это... Лево, низ. Я понимаю. 6. Блять, верно. 10. Верно. И право? 1. Верно. Да, я потом увидел, нахуй. Хорош. Сука. Хорош, за 74 удара справился. Изи. Итак, раунд пазл закончен. В твоем кармане косарь. Макс, косарь. Ебать. Это уже 2 шавермы. Хуя у тебя шавермы по 500 рублей стоит? Нет, я за 150 покупаю. Не, ну вкусные шавермы. Вкусные шавермы. 10 шаверм, да где вы такие цены видели? Вот. Ну что, сейчас мы идем на 4-й раунд, потому что времени еще много, смысла выводить нету. Давай посмотрим его правила. 4-й раунд проходит, как правило, все. Я не знаю ни одного человека, который на 4-м раунде вылетел. Схуёдство. Ты чё, охуел? Предложи вывод, Диман. Термины, относящиеся к игре покер. Например, фолд, прикуп, блайнд, сет, гора, стрит, котел, пулька, да? Тебе нужно выбрать 4 правильных ответа из 8. Если ты выберешь 3, например, правильных из 4, то высветится внизу, там 3 треугольничка, соответственно, загорится, и тебе нужно будет какой-то ответ заменить. Угу. Поэтому, если ты даже не знаешь варианты, методом тыка ты можешь дойти до правильного ответа. Понял, давай. Каждый раз он должен говорить 4. Да, каждый раз надо говорить 4 варианта. Поехали. У кого ставки по 100 рублей стали? Еще, по-моему, ни у кого. Итак, начисляем 502 секунды. Ликс, пройди сам с камшоу. У меня будет выпуск, ребят. Когда-нибудь я сделаю выпуск. Чел покупает шавуху за 200 и продает за 500. Итак, 502 удара начислено. Макс, ты готов? Да. Поехали. Let's go. Are you ready? Are you ready to fight? Let's get ready to rumble! Oof. Крепкий орешек, ледниковый период, гадкий я, американский пирог, мачо, ботан, монстр на каникулах, один дома, Дэдпул. Фильмы, принадлежащие студии 20th Century Fox. Я вообще по фильму все очень хуёво, вообще максимально, я не знаю. Сейчас бы Юлю рядом, да? Да, она бы ответила. Пусть будет ледниковый период. Так. 4 варианта надо выбрать. Без подсказок. Монстр на каникулах? Так. Еще 2.
Ты можешь выбрать и узнать просто, сколько правильных. Мачо и ботан. Так. И... пусть будет американский пирог. И американский пирог. Смотрим. Один правильный ответ. Это ледниковый период, что ли, блядь? Ладно, хорошо. Так долго думал. Пусть будет... Мачо и ботан, монстры на каникулах и... крепкий орешек и один дома. Два правильных. Американский пирог, один дома, Дэдпул и гадкий я. Два правильных. А, из этого ничего. Или я уже что-то... Нет, ты опять назвал два правильных. Опять два правильных назвал. Ну, ледниковый период, крепкий орешек, мачо и ботан, монстры на каникулах. Два правильных. Чё за хуйня? Ледниковый период, монстры на каникулах, гадкий я, один дома. Два правильных. Американский пирог, Дэдпул, мачо и ботан, крепкий орешек. Два правильных. Мачо и ботан, монстры на каникулах, один дома, Дэдпул. Два правильных. Два правильных. Крепкий орешек, ледниковый период, гадкий я, американский пирог. Два правильных. Два правильных. Вы что, гоните нахуй? Крепкий орешек, монстры на каникулах, гадкий я и Дэдпул. Ты знаешь, я тебя удивлю на два правильных, блядь. 140 секунд остается. Я не знаю, ледниковый период, мачо и ботан, гадкий я, американский пирог. Один правильный. Макс, ты чего? Да я ебал рот, я не знаю. Ледниковый период, Дэдпул, крепкий орешек и один дома. Вот назовите то, что он сказал, нажмите, что он сказал. Да. О, спасибо, спасибо, Чел, пишет, он умеет анализировать. Чел, это волнение вообще-то, когда... Официально переименовывает раунд в два правильных. Да, два правильных. Диман, ты говорил, что ты никогда не видел, вот увидел человека, который не вышел. Реально в тайминг. Я просто фильмы и мультики вообще не смотрю, нахуй. Я вообще не ебу. Да, ребят, вы не забывайте, что есть волнение. Вы считаете, типа, что вот так легко проанализировать, типа, здесь два, о, вот нихуя. Типа, есть люди, которые могут, типа, спокойно, а есть люди, которые волнуются. Я бы, блядь, хуй бы ответил. У меня в голове вообще каша была. Типа, это норм абсолютно. В этом и прикол, что когда у тебя есть отсечка по времени, это и наоборот интересно. Давай, Диман, давай вывод попробую. Вывод? Ты же математику хотел. А математика следующая? Да. Да похуй на математику следующая. Давай, она легкая будет. Но я там все равно, мне кажется, не успею. Ну, успеешь, если без ошибок. Поехали, раунд. Раунд-исход называется. Треугольничек, и тебе нужно делать самое большое четное число, например, назвать. Потом сумма чисел с цифрой 1. Здесь внимательность скорее играет роль. Ну. Самое большое розовое число. Да, минус самое большое синее, например. Ну, это легко, это легко. Понял, ну я попробую. Вот, поехали. Это на 3000 рублей, кстати. Ну, я въебал ты и anyway, я думаю. Потому что но, блин, ну если каким-то чудом, блядь, все может быть, если без ошибок. Хорошо, все ладно. Раунды пройдем. Так давай попробуем. Даже. Давай. Если все без ошибок пройдешь, то и вывод раунд без ошибок, это будет охуенно. Давай. Давай посмотрим. 95 ударов начислено. Поехали. Ребят, я не накидываю уже давно, потому что это неинтересно. Хотя очень хочется. Самое большое голубое число минус самое малое розовое. 4 минус 29, 21, 24. Ой, неверно. 25! Верно. Самое малое радужное. Заскакивай на 10 секунд. Извиняюсь. Самое малое оранжевое число минус среднее голубое число. Самое оранжевое минус среднее голубое. Это 6. Верно. Разность розовых чисел умножить на самое малое голубое. 10 и 12. 12 на 5 это 60. Прошу прощения. Сумма всех оставшихся чисел. 39 плюс 47, 70, 96. Неверно. А сколько там был ответ? Я что-то проебал. 86. 86. Бля, ебать, я десятку проебал. Блин. Не, ну Макс, там на самом деле, конечно, вот, если бы не ошибки в раунде с двумя, вот где нужно было выбрать четыре варианта, конечно, я думаю, что ты бы успел дойти до раунда вывод. Но все равно хорошо, давай попробуем ради интереса пройти раунд пятый.
Просто интересно, как бы ты его прошел. И пройти раунд-вывод с, там, с 200 секундами. Просто... Еще раз математику? А, ты, типа, не, не математику, или... а это хочешь, шестой раунд. Шестой раунд. Шестой? Да, мы сейчас накинем тебе. Давайте накинем 350 на шестой раунд. Ты чё, блядь? Нет, это уже не будет выводом. Это просто. А, ну ладно, блядь. Ебать, у меня ухо аж сейчас кровь пошла. У меня так громко гвин был, да. Диман. Да. А ты когда будешь для себя делать пак, ты же веб сложным сделаешь таким же? Или у тебя в кружочке будут слова типа сок, дом крутиться, где вот это? Не, вот ну я сам буду делать пак себе. Ну да, ну ты себе пишешь сок, дом, да. Вот такие слова, чтобы, ну, халява была. Нет, там будет стимка. И у тебя тоже будет какич, лазарет, вот это все. Ватрушка, нахуй. Посмотрим, посмотрим. Ну, ведущий у меня, скорее всего, Вадя будет. Я попрошу Вадю, чтобы он провел шоу. Вот. Ну что, поехали. 356 раунд. Как если бы ты математику прошел. И у тебя не кончилось время. Пригласи корейку на скам-шоу. Можно, кстати. Раунд шифратор. Какой из этих перечисленных фактов верный? Дается 5 фактов. Из этих фактов нужно выбрать только верный. И потом, второй момент... Выбрать из 5 фактов неверный. Все, всего 2 вопроса и 10 вариантов суммарный ответ. Угу. Давай попробуем. Скорее всего, вопросы из фактов будут легкие. Почему не сможет? Давай. А чем мы математику могли еще раз сыграть? Да ладно, математика... Да, там уже дошел, да, там уже последний да. Ответ был. Нет, там еще... Ну там еще 3, 2 треугольника было. Вот, а так нормально. Так, поехали. Шестой раунд. Супер Стас Масленников Эмиль. Можно попросить, надо Стасу, Супер Стасу написать. Было бы прикольно, если такой бы стак получился. 350 ударов начислено, Макс. Поехали. Ага. 3, 2, 1. 285, 180, 290, 115, 95. Сколько лет было Дамблдору на момент смерти? 285. Неверно? Да. 180. Неверно? 290. Неверно? 115. Верно. Скажешь 95. 25, 20, 15, 12, 23. Сколько лет находился у власти Владимир Владимирович Путин? Находится. Ой, находится, извините, пожалуйста. Ой. Ради бога. Макс, отвечать неправильно сейчас, нельзя. 20? Верно. Это, там это и 20, верно, там все верно было. Там еще 2 загорелось, но это верно. Это верно. Да. Там и 20, 25 верно. В принципе. С тобой выехали. Так, Макс, у тебя остается 236 секунд. Смотри, есть вариант пойти на 8-й раунд, где нужно запомнить последовательность. А, это все? 7-й. И да. Ой, ебать раунд нахуй. Крутой. Так о чем и речь? А покажи и следующий, где надо последовательность запомнить. Давай. Ну, естественно, там последовательность будет другая, но давай я тебе просто покажу. Другая от ребята, чего? В прошлом вопросе нельзя... Какая, здесь? Да, нельзя было ответить по-другому, там все было правильно. Это... Вот, ну тебе запомнить, тебе будет давать столько времени, сколько тебе комфортно, пока ты не скажешь дежавю или там переверните. Подожди, а второй это 3 или это Z было? Вот второй это Z или 3? Нет, это Z. Смотри, а, у нас 3, вышел да, патч, я сейчас объясню. Маленькими обозначены всегда буквы, а большими цифры. Да. Маленькие это всегда буквы. Готов? Я попробую, давай. Давай я попробуем. Попробую, давай. Let's go. Скринчелы пишут. Начисляем. 236 ударов, этого достаточно, кстати. Можно. Вова довольно быстро Братишкин прошел. Это правда, он сфоткал, но лучше не фоткать. Итак, смотрим. Скрин горят. Скажите. Дел. Ладно, не говорите, когда 3, 2, 1. Поехали. Давай.
Переворачиваем. Поехали. R, 2, 3, 4. Что? Неверно, еще раз. А, это, блядь, это Z. Или это E? Это Z. Z. Все, давай. Переворачиваем. R, 2, 2, Z, 4, 6. Неверно. Ой, блядь. Все, давай заново. Поехали. R, 2, Z, 4, 7, 6, E. Неверно. В смысле? Е. Е или что? Е. Е. Ну, е. Блядь, давай заново. Я же сказал Е. Р. Р. 2. Z. 4. Ой. 4. 7. 6. Е. И. Ну и, блядь. Да похуй, давай. 9. Ага. ЭЖА. Или ЗЭЖ. ЭЖА. Блядь. Блядь, я просто такой, е! Я чел, Игрек равно, и кратко равно Э. Как Джеки Чан, блядь. Е! Йоу! Е. 25, хорошо, вернем 25 сейчас. А за что 25 вернули? Да за Е. Да, Е Какич. Ну я просто ни разу так не слышал, чтобы и кратко Е говорили. И типа Е. И кратко. Если позовешь коллегу, что вы ржете? Сразу уехал. Уехал. Да блядь, да просто забавно, что такого. Я не слышал, чтобы так говорили Е. Вот. А чтобы букву З русскую, З там называли, ты слышал? Ну что, З? Ну что, буква З это Z, это типа, ну, вообще. Я вообще думал, что это три изначально, нахуй. Z и Е. Не, прикольно, прикольно. Ну что, Макс, идем все на вывод. Теперь у тебя, так сказать, 84 секунды. Просто попробуем, посмотрим, как у тебя получится. Дима ультанул клип. Итак. Будет, короче, да-да, нет-нет-да. Ну, то есть, лазанья — это блюдо из итальянской кухни со слоями. И тебе нужно знать, правда или ложь, соответственно, и все. И всего 5 правильных ответов надо в ряд дать лазунья. Именно в ряд. Если один неправильный ответ будет, например, на третьем или на четвертом вопросе, то все скидывается и заново 5. Да, понял, давай. Поехали. Лазунья в рот дать. Лазунья в рот по лизунья. Поехали, 84 удара начислено. Шэдоу Какич, почему пишет? Шэдоу Какич. Типа не Кекич, а Какич. Поехали, 84 удара, let's go. Чем 3 ответ сейчас? 99% массы Солнечной системы составляет масса Солнца, правда или ложь? Ложь. Неверно. Луна является щитом Земли, так как большой процент астероидов притягивается ее гравитационной силой. Правда или ложь? Ложь. Верно. 20% кислорода на планете производится амазонским и тропическим лесом. Правда или ложь? Правда. Верно. Христофор Колумб доказал, что Земля имеет форму шара. Ложь. Верно. Когда мы стоим на месте, мы движемся со скоростью в 1609 км в час. Но мы не движемся, движется, наверное, Земля вместе с нами, пусть будет ложь. Неверно. Ну ладно. Ну, ты шел хорошо, кстати, логика была правильная. О, я пришел, и Макс как раз проебал, блин. За что ж такое-то? Давно проебал. Да нет, на самом деле круто получилось, мне понравилось, было забавно, эмоционально. Макс, спасибо тебе. Как тебе шоу? Скам? Ну охуенно, если бы не скамили, а так все. Да нет, на самом деле я сам проебался с этими, вот эти, то, что слова крутятся. Типа я сначала не понял, что надо, оно может быть в разные направления крутиться, я должен так. Так некорректно задан вопрос, нужно было сказать относительно чего. Ой, блядь, Эйнштейн в чате, извините, пожалуйста. Вот. Логично вот, там и... было понятно. И что еще? Ну в принципе ну все. И два верных. И да, два... и два верных, я просто да, два верных, там на самом деле два верных очень много. Два верных, да, и два верных я просто по фильмам не шарю, вообще не буду, я тыкал на рандом и все. А так, да нормально, прикольно. Понял, в следующий раз позову Юлю гостем финальным.
Вот, будем, а ей будем не надо, ей, не, ей, ей не надо фильмы, она выиграет у тебя, не, она нее... тебя заскамит. Да я вот из принципа сделаю фильмы просто какие-нибудь такие, которые она не смотрела. Ну посмотрим, посмотрим. Все, Макс, спасибо большое, я вебочку убираю. Все, давай. Ага, спасибо.